Смотри, что я нашел. Таких игр ты точно еще не видел. Она прям вообще суперская, если честно, для мобильной игры, в моем понимании. Это выживалка, да? Это выживалка опять. Называется она Lost in Blue. Я так предполагаю, под Blue подразумевается вот этот вот островок посреди Голубого океана, возможно, так. А так, если перевести дословно, потерянный в голубом. То бишь, такой чувак и шел в голубом, такой ла-ла-ла-ла, и потерялся. Ладно, короче, система крафта прикольная. Система боя тоже. Есть скиллы, есть оружие, шмот, короче. Компаньоны, ты видишь, что у меня обезьяна с дробовиком со мной бегает. Где ты такое еще увидишь? Да нигде. Интерфейс немножко похож, по-моему, на линейку. Вот я играл, как это та игра называлась? Lineage Revolution, по-моему. По-моему, Lineage Revolution. Там даже вот... И... Ну, такие игры есть похожие. Графика, я бы не сказал бы, что прям вау. Для мобильной игры, мне кажется, вполне себе вау. Есть квестовая система, сюжет. Короче, ну не знаю, мне, если честно, очень прям понравилось. Так, вот я даже сейчас по сюжету как раз иду. Здесь, да, здесь есть энергия как таковая. Скажем, вот переместиться там в болото или в лес. Но я могу туда добежать без энергии, и это недолго. Вот я могу прямо сейчас туда раз взять и пойти. Давайте я покажу, как он бьет. Нет, это не то немножко. Есть сомнение, что я слишком большие настройки выставил, ультра. Очень высокая. И у меня немножко подлагивает. Возможно, не справляется мой комп. Тут есть, конечно, свой донат. Но без этого нигде, знаете ли. Недостаточно места в рюкзаке. Это на почту уехала. Ежедневный вход не могу получить. Так. Сезонный пропуск. Это, по-моему, точно, тоже должно нет. В рюкзак не хочет падать. Ну, ничего страшного. Освободим рюкзак, потом сходим. Боеспособность. Во, видишь, система скиллов какая есть. Меч и щит, можно скиллы изучать. Копье, дробящее, проща, лук. Модификации скиллов от талантов. Сколько у меня сейчас? Одно очко. Я могу его вложить в атаку. В защиту, ну или в ХП. Но я пока, конечно, вкидываю все в атаку. Мне кажется, это более понятно. Тут еще кое-что даже не открылось. Здесь вот что-то откроется на 20-м, когда, наверное, видимо, после использования 20 очков таланта физическую защиту плюс 10. Вон, дальше будет развиваться. Ну вот навык у меня можно еще сейчас апнуть какой-нибудь. У меня два навыка. Один вот на единичку, он такой сильный удар бьет. А на двоечку вообще вот такой этот, типа, крутелку устраивает. Соберите так, улучшите радио. Мне там на радио что-то не хватает. Короче, у меня миссия сейчас. Мне нужно... Так, понятно, у меня полный рюкзак. Мне нужно вернуться вообще на базу, все выложить. Если я сейчас эту еще базу найти, попробую еще найти. Ну, тут тоже какие-то зомбаки непонятные. Макака справилась, короче. Точнее, это не макака, а шимпанзе. Так, марлю я не возьму. Стоять! Я потерялся, парни. Мне не сюда. Моя база вот тут вот. Метка добавлена. Все. Идем на метку. Что-то я, если честно, метки не вижу особо. Метка удалена. Что я ее ставил, что не ставил, все равно ее нет. Ну, тут база рядом, благо, поэтому... Сейчас мы сбегаем по пару миссий. Вон тут лагерь. У меня в лагере вот маленькая девочка Клэр, она мне задание выдает. Есть прям красивый интерьерчик со шкурой медведя. Все очень интересно. Но это уже я тут настроил немного. Добавочную эту сделал. Дождевой водосборник. Где у нас Клэр стоит? А, Клэр куда-то свалила вообще. Мне сейчас нужно улучшить радио. Я ее не могу улучшить, так как у меня слишком
Мало ресурсов было. Сейчас мы вместе улучшим и пойдем сходим куда-нибудь. Так. Здесь я ресурсы храню. Пытаюсь хранить ресурсы. Это что? Это ресурс? Еда. Мягкое и нежное мясо черепахи. Мягкое и нежное? Это панцирь черепаший. Зубы ты об такое мягкое и нежное поломаешь вообще-то. Так, что у нас тут в еде? Блин, у меня уже все ящики опять за... Все, даже ложить некуда, блин. А, как-то улучшаться, парни. Ладно, сейчас будем пытаться. Медицина. Медицина немножко выложим. Оружие. Что по оружию? Ничего толком и не выложу. Впрочем, тоже всякого разного хватает. Так, давай заберем. Улучшенный плотницкий верстак. А что я его улучшил? Что он теперь делать может? Доска острова может делать. А до этого была доска джунглей. Каменный верстак. Собрать 5 камней. Отлично. Давай изготовим еще сколько тут можно. Пап-пап-пап-пап-пап-пап. Мне не хватает, блин, трехи бревен. А ё-моё. Так, сколько тут? Изготовить. Завершить все. Ладно, пожертвуем кристаллами. Ё-моё, что ж теперь делать-то? Давай радио улучшать. Вот, теперь могу. 4 минуты. Ну, 5 кристаллов. Ну, тут, извини, придется подождать. У меня их нет. Я их вчера нечаянно потратил на какую-то хрень. Не помню на что. Так, это можно что увеличивать и как? Модификация таланта, спутника. А как я его могу модифицировать? По-моему, никак. У меня книжек нету. Звездного продвижения нету. Лечить мне его не нужно. Да я ему не могу улучшить, что ты мне показываешь, что нужно улучшить. Нужно улучшить. Так, станцию будем улучшать. Так, что еще тут у нас в сооружениях? Ящик пока нет, пока нет. Боеспособность, что там у нас? А, вот же ж. Скилл можно какой-нибудь выучить. Нет, я так не хочу. Я лучше вот этот тут выучу. Я им чаще пользуюсь. На 11 левел, отлично. Тут у меня уже и крабик готов, пожарился. 7 аж штук. Нет, пускай он там и лежит, все равно места нету. Здесь что-то забрать хотел. Что это такое? Материал. Прекрасно восхитительное перья. Перья. Что-то с перьев будем делать. Тут что-то забрать тоже хотел. Ежедневный вход. Вот это. Почта. Получить с почты. Мистер Манчи. Верстак. Тут что-то делается. Так, рюкзак. Мистер Манчи. Мы в рюкзак положим лечилку. Немножко не срабатывает, так вот как-то подглючивает даже, ну. Но это так терпимо. Может, не оптимизирована еще игра до конца. Ну, блин, вот если честно, мне даже понравилось. Я вчера трохи порубался в нее. И до этого денек поиграл. Все как бы более-менее прикольно. Так, это что же сюда, по-моему, да? Еда. Не, с едой сложнее, парни. Это я не могу уже положить. Это мы сейчас слопаем. Да и все, чтобы проблем не было. Что еще я могу сюда положить? Это оно не вместится. О, я знаю, что я могу положить всяко разно прочее. У меня есть вот эта штука. Не знаю, они для улучшения уровня спутника, но я пока не понял, как его использовать. Я когда нажимаю улучшить, тут нет, тут книжки только высвечиваются.
А нету тех этих колбочек, так что я не в курсе пока это как сделать. Ну все, еду не выложу, это оружие тоже мне в принципе по дороге нужно. Мистер Манчи, мистер Манчи, мистер Команчи. Хорошо, все, верстак, минута осталась, сейчас все будет. Пойдем пока пару зомбаков стукнем. Например, нашим суперским скиллом. Ну и вообще, конечно бы... О, ты видал, как он справляется? Красавец. Просто красавец. Только жах и нету. Веревка, кокос, кусок ткани. Ну это тоже все надо, согласен. Мне и камни нужны. И палки. Ну камни и палки тут вообще, мне кажется, очень много их надо. Что самое интересное, оно постоянно все появляется возле базы. То бишь ты никогда голодный не останешься и никуда не надо далеко будет ходить. Вот вышел вот так вот, вокруг базы побегал и насобирал. Можно даже не собирать, вот, а срубить пару деревьев. Они тоже почти все рубятся. Вон, древесина и бананы упали. Еще и ХП поднимается. Нужен инструмент топор. Блин, у меня топор сломался. Замечательно. Так, сейчас еще немножко камушков пособираем. Лимит на одну клетку по 20 ресурса какого-то. Это, конечно, не очень. Опечаливает немножко такая штука. Так, тут нету нигде, чтобы собрать можно было. Нет, нет. У меня есть кирка. Я мог бы еще подолбить что-нибудь. Мне кажется, что здесь нету что долбить. Это надо идти, наверное, не на болото даже, а в лес, скорее всего. Зелье кокос. Еды пока достаточно. Ладно, давай вернемся. О, вон Клэр уже мне побазарить со мной хочет. Радиоприбор мы улучшили. Позволяет открыть больше локаций. Ну-ка, покажи. Болото, лес, океан. И что я открыл? Видимо, надо договориться еще с этой. Сейчас мы с ней побазарим. Только для начала выложим лишние ресурсы. Что я тут насобирал? Еда, 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 еда. Бананы у нас появились, да? Это мы можем использовать. Появилась скорлупка пустая. В нее можно будет набрать водички. Почему бы и нет? Медицина. 5 банок насобирали. И, по сути, все. Давай, пошли к Клэр, побазарим с ней. Она нам сейчас еще и награду даст. Когда я добралась... Да-да-да-да-да-да, короче, ладно. Выгляжу ты, посмотри, как я классно, да? Не так, как на картинке. Тут почему-то я выгляжу намного лучше. Прям в костюме такой деловой весь бизнесмен. Задание так. Открыть новый навык смерч. Что за навык? А, для копья. Надо же. И модификация талантов еще открылась. Еще что-то открылось, походу. Автосбор какой-то открылся. И почему-то еды. Ладно, я понял. Автосбор еды открылся. Но мне это не нужно. Я и так вполне могу сам все собрать. Хотя, может быть, не только еды, но ладно. Так, что дальше? Положить материалы обратно в ящик. Вот такие вот тут задания очень сложные, видишь? Заходишь. Оставить все. Ну, тут оставить все не тот вариант, потому что я как бы уже начал разбивать все по полочкам. Еда. Так, поговорите с Клэр. Вот она опять хочет с нами. Ты где делась, алло? Клэр, короче, куда-то скоптила. Так, ладно, подожди. Копье, смерч. Где модификация таланта? Хочу кое-что сделать.
Куда вложимся? Защиту нет, давай в атаку. Нет, защита тут тоже нужна. Очень больно бьют. Временами, блин, достается. Чё ты не тухнешь? Тебя надо типа выучить, да? Ну давай, лучше так уж и быть, уговорил. Где ты, Клэр? Куда забралась? Подожди-ка, какой-то сундук, по-моему, необычный, оранжевый. Сейчас я на него слетаю. Я, по-моему, его уже подымал, там что-то было прям такое суперское вроде как. В самолете хранится. Да, и оно периодически появляется. Что тоже неплохо, можно постоянно, блин, что-нибудь хорошее подымать. Доска и всякое разно полезно, короче, дребедень. Мишка валяется, это как у Клэр похоже. Дынс? А, это Клэр. Господи, мог только что чуть не убил девочку. Ну что, Клэр, как будем, что будем делать дальше? Добавила локации какие-то нам на карту, да? Ничего я не вижу никаких новых локаций. Может быть, в районах она появилась. Лагерь выживших. А, мы на пляже. Лес, болото, зачистка улья, лаборатория. Город спасения, лагерь выживших. Вторжение монстров. Плывите в океан. Сейчас поплывем. Почакай. Почакай, почакай, почакай. Медицинский верстак можно сделать необходим для изготовления зелий из рыб и гребешков. И простой верстак. Блин, надо пойти немножко верстаки поделать. Сейчас пойдем медицинский верстак поставим, чтобы он делался, пока мы пойдем в океан плавать прям. Так, соберите он образец. У меня еще задание висит, никак сделать не могу, не знаю, где его собирать. Так, где этот верстак мне сделать? Прям не знаю даже. Сейчас где-нибудь сделаем сооружение. Медицинский верстак. Давай. Необходимо открытое пространство. О, его нужно на улице делать, ты видишь? Давай его где-нибудь здесь бабахнем. Здесь вот, возле костра. Отлично, еще... О! Банки пустые нужны, у меня их нету. Я думал, сейчас запустим что-нибудь. Ай, хорошо, пофиг, в принципе, пошли. Пошли в океан. Отправляют в океан, идем в океан. А, так смотри, что еще тебе покажу. Короче, тут же еще можно вон... И так это нельзя. Вот, можно улучшать. Я, правда, еще не научился делать вот эту вот штуку, нить. Но оружие я вон на 5 звезд уже увеличил, улучшил. Потом можно модифицировать, но это нужно открыть какой-то после квеста открывается М2.16. Я его еще не сделал. Отлично. Не дадут умереть, даже когда я буду тебе что-то рассказывать и показывать. Так, где у нас там океан? У меня есть свой плот. На него вот заходим, нажимаем. И он не просто появилась карта куда, а он даже сам плывет. Ты понимаешь, как круто? Только подожди, надо сейчас как-то повернуться. Можно рыбу ловить, но это удочка нужна. Блин. Короче, он плывет только в ту сторону, куда я показываю. Вверх. Влево, вправо. В рюкзаке осталось мало места, прежде чем продолжить. Лишние приметы в ящике на базе. Вы хотите двигаться дальше? Да. Какое мало места? Нормально там место. И куда мы приплыли? Локация. Это какой район уже? Где мы? Немножко я не понял, куда мы приплыли однозначно. Это что показывает? Пляж.
Город спасения. Тут, в принципе, можно выходить, я так полагаю, не обязательно и плавать. Хотя давай посмотрим, что тут в океане. Я еще ни разу... А, тут несколько островов. Ясно. Ну, давай, вот раз сюда приплыли, на этот и высадимся. Тут и сундучок покрасивее будет. Выпрыгиваем. Юзаем. Видишь, сколько всего? Обычный сундук солдат. Найс. Блин! Использовать. Но этот сундук открывается с помощью какого-то ключа, которого у меня нет, и, возможно, который за донат. Вернуть предметы. А это какой-то материал легендарный. Его, наверное, тоже надо взять обязательно. Что мы можем выкинуть? Давай вот это вот выкинем. Все равно много. Можем даже слопать еще пару штук. Слопаем, слопаем. Так, здесь заюзали, погнали дальше. Еще один сундучок есть у нас. Пока с ресурсами проблем особо нету, всего хватает. Ловить рыбу не могу, нужна удочка. Крафтовая система тут тоже, ты знаешь, не маленькая. Вот, допустим, раз, оружие. Это то, что я могу в районе пляжа, да, крафтить. Район отмели и понеслась, смотри, сколько всего. Видишь размах, да? Не, ну ты видишь его? Короче, дофигище. Здесь тоже вот можно что-то крафтить. Но я еще ничего не крафтил особо. О, деревянную удочку, оказывается, могу скрафтить. А ресурсы-то дома. Так-то. А это я могу скрафтить сумка для инструмента. Блин, у меня же там есть перья. Я мог бы скрафтить из веревки и из травы, из перьев. Три ячейки в сумке для инструментов добавляет. Класс! Блин, что я стормозил, надо было сделать. Божечки. Что за лечебные травы? Редкая трава какая-то. Так, ну этот рюкзак у меня, по-моему, есть, да? Вот этот бы скрафтить. Ну, блин, кожа какая-то. Крутая нужна. 10 ячеек в рюкзаке. Ладно. Где там наш парень? Транспорт. Помчали к следующему острову. Блин, он так странно, если честно, плавает. Мне просто не... О! Ух ты, ух ты, ух ты. Там кто-то в море был. Ай! Копье у меня есть. Смотри, гарпун. Отлично! А что, с нее ничего не выпало? Выпало, выпало, выпало. Сырая рыба. Блин. Не могу подобрать. Ладно. Я какого-то этого мега голодвона, как эти акулы назывались раньше, кто-нибудь помнит? Еще одна, отлично. Мочи акулу. Мочи. 42 опыта, не слабо, ты знаешь. Тоже сырая рыба. Так, это выход. Там, по-моему, еще где-то один остров был, да? О, целых три сундука. Давай-ка. Исследуйте океан, найдите источник сигнала. А, нам еще рано выходить отсюда. Нам надо здесь потусоваться, парни. Я застрял. Да блин, ты прикалываешься. Рыба мешает мне выйти на берег. Источник сигнала. Что я не вижу тут никаких источников сигнала. А может это дальше исследовать океан нужно? Ну вот же, вижу, есть что-то там. Алло. Что-то не хочет юзаться еще один сундук. Вот, только что, по-моему,
О! Нет, это не сундук был. Хорошо, тут походу все. Значит, мы должны проплыть это насквозь, да и все. Видимо, вон в город спасения, туда. Поплыли, товарищи. Дружно. А, нападают, помогите. Акула-мутант, короче, 13-го левого. Их даже две тут. Кровотечение. Не надо нам это. А, вот, переход в локацию. Еще торможу, это ж надо дождаться. Было постоять на месте просто. Что тут за город спасения? Тут, типа, народу будет дофига. Ух ты, смотри, я думал, прикольно, она еще и с живыми игроками. Смотри, вон сколько народу. Обалдеть. Обалдеть. Вот это да. Поговорите с магом в городе спасения. Ты маг? Ты не маг, ты демьян какой-то. Ну, показывает стрелочку к нему. Ну, давай. Демьян маг. Маг Демьян. Может, Демиан это фамилия, а Мак это имя его. Так-то. Короче, я, видимо, понимаю, свой остров это как в этом, Life After. Типа начинаешь как бы со своего острова, а потом вот внедряешься в такую прям социальную сеть огромную с кучей народу. Все с обезьянами и ручными бегают. Так. С ней можно поторговаться даже. За обычные монеты, что у меня есть, гранаты могу купить. А вот за какие-то штуки недостаточно часть, а, части оружия какие-то. Прикольно. Так, друг или враг? Нужно крутое оружие? Конечно, нужно, спрашиваешь. 26-15 опыта. Так, отправляйтесь к зданию лагеря и поговорите с Кейном. Кейн, мистер Кейн. Славься, Кейн! Славься, Кейн! Так, серыми обозначаются игроки, которых тут целая толпа. А чё собрались? Чё тут дают? Куча обезьян стоит, ждет своего часу. Ну, тут немножко, кстати, подлагивать стало. А, они тут с NPC какими-то базарят. А мне вообще куда? Стрелочка куда-то показывает. Кейну показывает. Фигово, у них тут и 60-е, и 40-е. Каких только левелов не увидишь, а? Вам еще бойцы нужны? Да посмотри, какая толпа. Вы что, прикалываетесь? Отправляйтесь в лагерь выживших. Как скажешь. Так, подожди, я кое-что хочу посмотреть, что тут за карта. Океан, отмель. Это что? Не показывает. Там какая-то тварь бегает огромная. По-моему, в нашу сторону бежит. Дай-ка пойдем проверим. Что-то интересное. Вон она, вон она, вон она. Покажите. А, кажись, ПКшник какой-то. Собака. Понятно. Я думал. А я-то думал, так, а это чё? Лежит прям такое. Тут магазинов куча всяких, видимо. Что это такое лежит? Я, походу, это подобрать-то не могу. Может, это квестовые какие? Хорошо, подожди, я не это хотел вообще. Ну, лежит, да и лежит себе. Так, оружие есть. Видимо, аукцион какой-то. Крафт, что ли? Блин, нафига там всего, парни. Ну ладно, мы сегодня не будем прям так исследовать все. Давай сегодня просто посмотрим квест и так вот спокойненько погуляем. Без заморочек всяких. Ну, мне пока нравится. Я вот и в Life After долго играл, мне просто там неудобно стало из-за этого играть симулятора.
поэтому я как-то немножко подвязал с ним. А так, в принципе, да, очень похоже. И по интерфейсу, и по смыслу тоже локации вот так вот разбросаны через переходы. Есть свой лагерь, потом можно переместиться уже в более крутой, типа в лагере. Там, как он назывался, город выживших 101, там, по-моему, что-то такое. Возьмите гранаты. Возьму. Ух ты, подожди-ка. Давай-ка гранатами покидаемся, расспросят. Я смотрю, что-то он сдаваться не хочется. Да на тебе крутым ударом. Ах ты ж ты, ё-моё. Живучий ты толстяк, а. Чё дашь? Продвинутое зелье, кусок ткани. Конечно, я-то могу взять, да, как обычно. Так, спросите Кейна, перемещение в лагере. Да только что говорили. Так, итак, подожди, стой. Что это, типа, присоединяться, как я и сказал, в том лагере, у меня все, лагерь переместится с моего острова. Да, скорее всего, лагерь выживших. Ладно, давай присоединяться, чего уж тут думать-то. Ну вот, наша база, да. Все верно, как в LifeAfter. По одному сценарию игры пишите, ребята. Следуйте за Клэр к новой базе в вашем лагере. Помчали, Клэр. Проводи-ка нас, Клэр, в новый лагерь. Так, это мой лагерь. Ага, я так понимаю. А кто рядом будет? Кто угодно, получается, да? Да, я хочу проверить хоть одну соседнюю. Хоть один соседний лагерь. Тут еще пусто. Но не факт, что везде будет пусто, да? Задание завершено. Обнесено все колючей проволокой и маломальский какой-то дом сделан, да? А, ну, в принципе, все, что я построил, все мне и переместили. Только здесь уже более чистое место. Место мотоцикла здесь квадроцикл. Растете, парни, растете. Не два колеса, а четыре. Правильно. Молодцы. Что сюда можно бабахнуть? Это не то? Нет, жалко. Четыре колеса. Ага, ага. Временный рюкзак какой-то. Нажмите, чтобы активировать VIP-рюкзак. Всего за доллар за первую неделю. Автоматическое обновление за 5 баксов в неделю. 20 баксов в месяц. Что ж вы такие жадные-то? Так, что у нас тут с камнями? Собрать, подтвердить, изготовить. Пускай постоянно все готовится. Ресурсы нужны. Так, ну это пока нет. Здесь просто доски сейчас начнем заюзывать. Так. Улучшать пока мы не будем. Я бы, знаешь, что улучшил? Ящик бы улучшил. Как-нибудь хотя бы. Вот, улучшить ящик. Большой я точно пока не смогу улучшить, потому что он... У меня на такой ресурсов пока нету. Надо это. А вот маленькие вполне. Медицину нет пока, оружия нет. Но вот на прочее тоже можно, в принципе, улучшить. Можно еще один ящик сделать. Нет, я пока улучшить не могу. Убедите Клэр. В чем убедить? Так, ну тут уже можно было все расставить, кстати. Нет, я этим таким прям скучным делом займусь один ночью. А сейчас мы... Так, изготовьте предметы на медицинском верстаке. Отлично. Пустите. Пустите меня! Где мой медицинский верстак? А, он же на улице стоит.
Надо их выстроить где-то в один ряд, рядышком с домом, ну подальше, чтобы можно было дом расстраивать. Что я могу тут сделать? Ну, изготовить. Отлично. Поговорите опять с Кейном. Славься, Кейн! Славься, Кейн! Так, что тут за живность ходит рядом с лагерем? Огромная черепаха. Здорово, Кейн. Как дела? Отличная база, чувак. Пройдите этаж 4 в зачистке улья 3 из 4. Ну, тут и как данжи, кстати, есть. Тоже неплохо. Странная часть. Я сейчас тебе покажу. Так, подожди. Куда у меня упали гранаты? Где они сейчас у меня висят? Нет, гранаты мне не нужны здесь пока что. Вот ресурсы не мешало бы выложить, потому что не надо они мне. Давай ресурсы выложим. Так, ресурсы. Ракушку подобрал. Немножко веревки. Что у нас тут еще в ресурсах? Так, это гранаты. Вроде бы все, что за временный рюкзак. Штаны охотника какие-то. С рюкзаком попозже. Так, еда. Еду понятно. Блин, что это? Что я только что нажал сделать? Твою мать. Я штаны какие-то переодел. Штаны охотника круче, чем мои штаны. С одной звездой зеленые. Зальна, физическая защита, 216 сила, 18 защита, а тут 15. Странно, почему эти хуже. А что это можно сделать? Разобрать, ремонтировать. Модифицировать, улучшить. Давай разберем раз. О, отлично. Я разобрал и теперь могу улучшить. Прикольно. Физическая защита 21, прочность увеличилась на 1,8К. Вообще класс. Так, стоп, на чем я остановился? Я кое-что хотел доделать. Так, ресурсы опять новые появились, похоже, у меня, да? Теперь медик, надо выложить кое-что медику. Так, рюкзаку сейчас этой обезьянки немножко подкинем. Оружие, гранаты выложим. Ну, хорошо, хоть гранаты не по 20. Можно накидывать. Вернуть, улучшить, ремонтировать. А как вот тут, в принципе, можно разобрать? Отлично. Зачем мне одно и то же? У меня такой есть уже молот. Так, прочее. Прочее. Сундук у меня из прочих был. Нельзя, да? Понятно. Улучшить могу, но не хочу. Мне надо еще ящик для инструментов. Так, пока в оружие, наверное, положим инструменты лишние. Я их с собой тягать пока не буду. Я думаю, без нужды. Это еда. Что можно улучшить? Прочее или же еду. Еда еще минутка, и я смогу сюда вложить кое-что еще. Сколько добавит оно мне сейчас по улучшению? Блин, 60, чтоб... О, парни, оно еще целый час улучшаться будет. Ничего не получится. Ничего не получится. Каменный верстак делается. Так, дровишки уже походу сделались, да? Ладно, собирать не будем. Пускай делается дальше. Сейчас пойдем мы, наверное, зачищать улей. Сооружение, торговый пункт. О, что-то могу сделать прям. Больше ничего?
Давай сделаем торговый пункт. Почему бы и нет? Тоже на улице делается. Давай поблизости с домом тоже. Так вот. Отлично, 33 опыта. Что мы тут можем делать? О, покупать ресурсы. Круто! 3,7. Все, зашибись. Вот мне как раз яйцо нужно было. Супер. А когда улучшу, что необходимо для покупки предметов, улучшить его, чтобы открыть предметы более высокого уровня. Класс. Вообще класс. Супер. Все продумано. Просто все продумано. Отлично. А, так тут подожди, они же обновляются, да? Может, стоит купить яйцо, чтобы оно не улетело никуда. И оно одно. Понятно. Да, оно мне упало в рюкзак. Не, парни, оно мне в рюкзаке не надо. Сейчас я его выложу, и мы отсюда пойдем точно уже, вот прям сейчас. Вот вылаживаю яйцо и идем. Честно, честно. И пойдем мы куда? Что я обещал? Правильно, улей. Вот, 1000 монеток еще тоже. Так, зачистите улей. Так, это сюда, район. Зачистка улья. Я вот уже 3 этажа прошел. Сейчас пойдем на 4-й. И там дадут книжки, кстати, для развития этих не пэтов, как это там, компаньонов пэтов. А сколько тут? Пока 6 этажей. Ну, на 4-й пойдем. Я надеюсь, справимся. Блин, оружие надо было поменять. Оружие. Стоп, 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 стоп. Я еще немножко путаюсь в клавишах. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. А может, стоило бы и этот крутелку свою включить? Хорошая штука. Тихо, 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 тихо. Стреляет крайне медленно, гад. О, патроны закончились. Зашибись. Откат большой у лечилок, так что можно, кстати, отгребсти и не кисло отгребсти. Ну-ка, иди сюда. Я, кстати, еще заметил, я там с одним монстром дрался. Пистолетом наносил ему по 30. А вот когда начал бить кувалдой, там по 200. Короче, есть смысл, короче, еще на разных мобов использовать разные методы битвы. А не тупо лупить всех подряд там автоматом. Возможно, что автомат не всегда эффективен. А вот тебе. Получил. Награда отправлена на почту. Э, меня там еще... Фу, они меня дальше били, козлы, блин. Так, присоединиться к лагерю. Технологии лагеря. Быстрое перемещение при возвращении на базу. Запрос лагеря. Редкие ресурсы. Магазин лагеря. Продвинутое снаряжение можно купить в магазине лагеря. А, ну это типа как клан, да? Польский, English, русский. Требуется уровень 1. Выжить. Русский, Башкирия. Турецкий, английский, русский. Пляж 1. Требований никаких ни у кого нету, просто присоединяешься и все, да? Можем создать свой лагерь. Ладно, мы пока подумаем. Очень хорошо, прям подумаем, подумаем. Так, поговорите с фермером лагеря Германом в городе Спасения. Мы пока по квестикам погуляем. Так, подожди, я, по-моему, уже проголодался и не кисло так. Почта, нам на почту получить. Спутник. Вот сейчас вот я могу его уже апгрейживать. Вот улучшить. Вот у меня книжки есть. Сразу раз, пятерочку на 5. До 6-го левела. Ну, соответственно, ты видишь, что поднимается ему здоровье, выдержка, физическая атака, защита, очки здоровья. Так вот. Есть, короче, смысл в этом. Спутника еще одного я больше не нашел. Кстати, они тут есть. Есть какой-то Цезарь, Смит, Джек, Кристина, Шана и Ализе.
Ну да, Кристина такая, не беды. Можно было взять с собой Кристину. Костер. Что костер? Не надо нам костер. Нам нужно поговорить в лагере с кем-то там. Я хочу кое-что проверить, что у нас упало в рюкзак. Нужно эту всякую всячину выложить в прочее, в ящик прочее. У меня он есть. Прочее, ящик. И вылаживаем. Так, медицинский этот улучшать. Так, а что нам нужно для улучшения этого? Яйцо у меня есть. Теперь мне нужны вот эти и компонент, источник предмета. Можно получить задание доставка товаров. Требования не выполнены. Гонка за снаряжением. Получите укрепленное. Я могу сюда еще сходить, обалдеть. Короче, тут много, короче, активностей в игре. Можно заниматься ночи напролет, короче. Забросить работу, школу и вообще чем ты там занимаешься. Все забросить и ничего не делать. Так. Лагерь выживших. Я могу это сделать быстрым перемещением. Подожди, лагерь. В городе спасения с Германом нужно поговорить. Нам нужен город спасения. Вот он. Быстрое перемещение 0. Туда даже энергия не нужна. Вообще супер, короче. Тут даже вот эта энергия, которую я не люблю, она тут вообще по сути, ну такая. Она вроде как и есть, но она прям не сильно необходима. Можно и без нее якобы справиться. Не знаю, как там дальше будет, ну. Блин, что-то FPS просело очень сильно. На 20 все показывает. В городе 30. О, расширение лагеря. Присоединитесь к лагерю, я понял. Так, новая база. Квест. Древняя тренировочная площадка. Что-то добавилось нам интересного. Что это такое? Получите много опыта. Ну, давай, расспросите. Сейчас переместимся, посмотрим, что нам там. Все равно что-то по квесту. Мы же по квестам ходим, значит, по квестам. Все. Значит, идем в древнюю площадку для опыта. О, глянь ты. Купить или мыть опыта, чтобы получать больше опыта. Получен опыт 300. Увеличить за кристаллы. Понятно. Я вижу, там оружие разное лежат. Не, опыт увеличивать не будет. Ох, толстяки идут. По-моему, вот этих толстяков надо бить не с оружия, а... Короче, тут дропа нету, тут чисто повышать уровень. Отлично. Да не буду я повышать, сейчас опыт получим и уйдем отсюда спокойно, не переживай. О, аптечка. Какие там еще оружия лежат, покажи. Что-то я не вижу больше оружия там. А, вон автомат, подожди. Автомат возьмем. А это что такое? Поддержка с воздуха. Обалдеть. А как эту поддержку с воздуха использовать, кто скажет? Как поддержку с воздуха использовать? Толстый. Мочи толстого. А, все. У меня блокировка опыта. Больше не могу взять. Я понял. Все, значит, надо выходить. Ладно, понятно. Короче, 6400.
Сколько мне там на левел нужно было набрать? Так я не кисло тогда пару левелов здесь и апнул, получается, да? Нормально так, нормально. С кем теперь побазарить? С Кейном в городе спасения. Славься, Кейн, славься, Кейн. Ты где? Это лагерь выживших. А мне надо в городе спасения. Нет, я в городе спасения. Что значит нет? Я тут. Вон он, Кейн. У меня хорошие новости. Несколько сигналов. Джейн, тры-ты-ты, отмели. Отлично. Завершено задание, награды. Ткацкий какой-то станок. Спросите Мака об арене. Сейчас спросим. Не очковать. Все спросим. Всех выслушаем. Всем ответим. Пиши в комментариях. Я тебе обязательно отвечу. Если буду знать, что отвечать. Ну, по крайней мере, даже если не буду знать, все равно отвечу. А я не знаю, что ты ко мне приколебался. Так вот. Что я должен тут все знать, что ли? Так, арена. Заработайте много славы и мифическое дробящее оружие. Гонка со снаряжением. Короче, тут столько всяких активностей классных. Возможно, в Life After сейчас тоже столько всего, но я не уверен. Ежемесячные задания какие-то, уничтожьте монстров, так. Трава. Слушай, сколько всего классного надавали. Блин, оно, наверное, все упало мне в рюкзак, походу. Загадило мой рюкзак в конец, в край, короче. А это что такое? Нанять спутника, но я пока не знаю, где их нанимать. У меня уже три таких билета, похоже. Так, боеспособность. А если я не хочу изучать, я, может, это хочу изучать. А, ну могу, в принципе. Тут еще у меня есть, пооткрывались новые на копье, на мечи щит. Модификация таланта, 3 очка целых. Давай, атаку. Хотя, защита и здоровье, я что-то подзабыл, тоже ж надо. Тоже ж они вблизи подходят к себе постоянно. Очень сложно на расстоянии стрелять и бить. Пока мы это не будем смотреть, нам нужен маг. Ой, вода. Нам нужна вода, вот что нам нужно. Попить бы что-нибудь. Это что? Энергетик. Восстанавливает 100 очков выдержки спутника. Версия клиента устарела. Что значит устарела? Алло. Обновление какое-то вышло на клиент, видимо. Пока я тут с вами разговаривал, вышла обнова. Круто. А, вот же ж еще что, короче. Тут вон система этих медалей тоже. Быстрое накопление. Что я могу улучшить? Снижает получаемый урон минус 2%. Угу. Сколько у меня тут очков на это все? На все про все. 50, улучшить за 45, усиливает атаку на 1%, усиливает защиту на 1%, ладно, давай атаку. А здесь 350 очков, мастер топора улучшить, охотник за головами. Количество собираемых деревянных материалов и редких предметов увеличилось, а тут что? Увеличивает шанс получить нужный предмет при рубке дерева в локациях, где мы... Не знаю, будем все подряд, значит, изучать. Все вроде бы закончилось, да? А, так подожди, что, можно только 5 скиллов выбрать или что? Нет. Остается у меня же уже он больше их. Мне нужно попить, вы в курсе, где тут вода есть? Ладно, давай по-быстрому к маку сбегаем. И назад в лагерь водички хлебануть срочненько. Срочненько водички. За честь и славу. Участвуйте в битве на арене. Придется, типа, участвовать. Но для начала я хочу вернуться к себе домой. Быстрое перемещение. И что-нибудь там прохладительных напитков каких-нибудь попить прям. Где мой холодильник? Покажите быстро. Так, у меня будет показывать, если кто-то поселится здесь рядом со мной. Или это я могу все один застроить?
Подожди, стой, кое-что хочу. А, тут уже ж есть бег и красца на shift. Я могу здесь что-нибудь строить? Вроде же захожу. А зачем мне столько много места? Не надо. А может, это застолбить все места, поставить везде по какому-нибудь столбику, чтобы там никто ничего не мог строить больше. Так, еда. Еда, вода, ты где? Использовать, использовать. Вот и место освободилось. Так, и смотри, у нас на ресурсы сколько собралось тут. На ресурсы уже места нету. Жесткач какой, а. Улучшить не получится. Печально, что-то печально, сильно печально становится. Так, еду я не смогу положить, да, получается. У меня ж вон черепаховая еда еще есть. Это семена, давай уберем отсюда, еду сюда положим. Это все равно не еда. Медикаменты, ну понятно, у меня их нету. Так, оружие. Оружие, оружие, оружие. Почему не могу переносить, а? Ну, наконец-то, тут начинает дергаться туда-сюда. Впрочем, у нас что? О, что у нас, впрочем? Давай семена сюда сложим. Временно. И это временно. И это временно. А пистолет мы выложим в оружие, потому что патроны, в принципе, закончились. Его тоже можно модифицировать. Сила 3240, физическая атака, шанс меткого попадания. О, можно модифицировать, но это тоже надо какой-то квест открыть. Все. Здесь что у нас произошло? Все собралось. Мы можем вот эту штуку сделать, изготовить, пускай будет. Так, что с камнями? Все собралось, собрать. А, ну дальше изготавливается, блин. Блин, блински. Так, это сюда. Камень опять некуда, парни. Ладно, эту палку. Палку, палку, куда мы денем палку, 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 впрочем, пока положим. Потом, если что, надо еще один будет сундук создать, да? Поучаствовать. А чё так мало-то, я не понял. Я ж пил вроде бы. Чё оно так добавляет слабо? Водный баланс. Бананы ж нормально так водный баланс восстанавливает. А это что восстанавливает? Водный баланс восстанавливает. Это что? Нет, это не восстанавливает. Это сколько? 20 водного баланса. Это 40 водного баланса. Давай это. Шкала не нуждается в пополнении. Все. Все, восполнили. Все отлично. Здесь чего загорелось гонки, я тебе помню. Об этом я помню. Боеспособности. Ну давай, раз вы просите, улучшим чуть-чуть все, чтобы было, чтобы не горела эта штука. Все. Теперь идем на арену в битву. Это что такое? Горит зелененькая перчатка непонятная. А, типа, что там взять можно? Хорошо. Участвуйте в арене 3 раза, создайте лагерь или присоединитесь к существующему. На арену пойдем, сходим в райончик, город спасения, быстрое перемещение. А, арена там получается, да? Ну ладно, хорошо, поучаствуем, как скажете. Кстати, чувак, а что ты за квест мне хочешь дать? Принять задание. Отнеси этот сверток Алану и попроси его провести тест. Прикольно. К
Кстати, где он тут? Алан. Я типа сейчас у меня отслеживается он, да? Давай пробежимся. А, ну да, вон, видишь, Алан. Неизвестный свиток. И что дальше? Реагент обнаружения в океане. Отдайте его Алану в городе. Район. Океан. Быстрое перемещение. Ладно. Подожди, мы хотели на арену сходить, поучаствовать. Потом давай на арену сходим. Потом уже будем дальше думать. Это типа арена здесь, что ли, да? Арена только здесь, понятно. Ну окей. Убьют так убьют. Давай, поехали. Фиг с ним. Файт. Тук-т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 ук. Она тебе. А это живой игрок вообще, интересно? Тут, в принципе, увернуться будет очень сложно. Не сомневаюсь я, что здесь можно будет... Улучшите радиостанцию до 3 уровня. Понятно. Чего ж непонятного. Наверное, вряд ли с огнестрелом можно будет на варенье участвовать. Что мы за это будем за 3 участия в битве? Не показано, что нам дадут, да? Так. Отслеживать задание. Давай-ка район. Вернемся, посмотрим, что там на радиостанцию нужно. Если не сильно много улучшим. Ну, это же основное задание на М2, вот, желтеньким горит. А эти белые, это типа такие. Хочешь, делай. Хочешь, не делай. Ну, я-то в любом случае буду, конечно, делать. Ну, скорее всего, что не прям сейчас. Так. Радиостанция. Что там нам нужно? 5 камней. Понятно. Ага. 10 кристаллов надо, чтобы один завершить. Увеличить скорость изготовления камней. Вот это есть смысл, кстати. На 25% после улучшения. А улучшить надо 3 камня. Надо будет как-то заняться этим, ребята, блин. Собрать 1 из 5. Ладно, пускай дальше делается все 5. Что мы будем лишний раз тут собирать все. Что там у нас на почте? Почта хранится 29 дней. Не буду это собирать, все равно ложить некуда. Ладно, короче, давай сейчас за реагентом сладим еще разок. Сколько мы уже играем сегодня? Сколько? Час целый. Ну вот, реагент поищем. Океан. Быстрое перемещение, вот уже энергия понадобилась. Хотя, в принципе, я могу сейчас к океану дойти и перемещаться ножками. Ты понял, да? Отыщите реагент. Куда-то туда показывает. Вперед. На акул, что ли? Ну, буду думать, что на акул все-таки. Пока только сырая рыба находится. Ну и показывает же дальше. Так, подожди. Хм. Отыщите реагент обнаружения в океане. Отдайте его вон. Давай еще акул немножко побьем или по стрелочке по этой. Стоять. Блин. Не на акул показывает, знаешь ли. Куда-то туда вверх.
За остров опять показывает. За остров или нет? На остров. А, вон он, понятно. Он в сундучке лежал, который я в прошлый раз, кстати, подобрать не мог. Так вот. А могу я отсюда быстрое перемещение бабахнуть? Город спасения. Могу. Отлично. Чтоб не плыть. Хотя тут-то проплыть было. Мы тут. Надо Алану отдать. Да? Алан? Дружище? Ты где? Я забыл. Стрелочка синяя подскажет, где Алан. Всегда выручит. Таких игр, кстати, на мобильные телефоны сейчас очень много начали создавать. Я видел бета-тесты, там такие красивые игры. Не знаю, как вообще потянет ли эмулятор, потянет ли мой ноутбук вообще такое. Ну там просто супер все сделано красиво так. Попросите Шану. И ты заметил, тут нет автобоя. Никуда он сам не бежит. Все нужно делать ручками своими, понимаешь? Что это хорошо, в принципе, да? Ну что? Бэнк-бэнк. О! А, оружие, я же уже у нее был. Тут. Неизвестный сверток проверить нужно. Давай. Соберите доски в джунглях и отдайте их Шане. Прикалываешься. Тебе досок мало ли что. Лагерь выживших. А, у меня в лагере можно доски собрать, конечно. Зачем куда-то далеко идти? А топор у меня есть? Сомневаюсь. Покажи. Ой, топора нету, это раз. И во-вторых, у меня нету сумки для инструментов. Но, по-моему, я ее могу сделать сейчас. Сейчас мы попробуем. Подожди. Создать. Могу. Отлично. Как это выглядит? Рюкзак для инструментов. Замечательно. Теперь я могу три инструмента, по крайней мере, носить с собой. Где они там в оружии, по-моему, были, да? Улучшать не будем. Что мы можем еще улучшить? Прочее. Пока не будем. Ладно, сохраним ресурсы. Может, что-нибудь нужное нужно будет улучшить. Я еще хочу создать каменный топор. Так, куда он упал? Сразу в сумку инструментов. Красавчик, топор, красавчик просто. Теперь, в принципе, у меня есть все, что нужно под рукой. Древесина, кокос. Сейчас здесь что? Древесина, бананы. Видишь, как просто. Соберите доски в джунглях и отдайте их Шане. Что, у меня сейчас доски не падают или что? Странно. Куда меня показывает теперь? Ага, понятно. Доски. Вот они. Доска из джунглей. Я пока не могу сделать. У меня там то не завершилось еще. Ясненько. В общем, нужно дождаться, я думаю. Как дождемся. Ну, я думаю, тебя сильно не нужно напрягать. Я уже сам дождусь. Ты оценил, что игра классная? Оценил? Оцени теперь мой ролик. Поставь лайк. Подпишись на канал, если тебе понравилось. Не забудь нажать на колокольчик. Ну и спасибо, что зашел ко мне. Увидимся в следующий раз. Пока.